В Екатеринбургской Свято-Семеновской гимназии прошел тур Олимпиады по основам православной культуры. Организаторами регионального этапа общероссийского интеллектуального состязания стали епархиальный отдел религиозного образования и катехизации совместно с Центральным оргкомитетом Олимпиады, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Тема Олимпиады была посвящена подвигу новомучеников и исповедников российских и столетию восстановления патриаршества. В туре приняло участие 55 учащихся 5-11 классов из 20 образовательных организаций из 9 муниципалитетов Свердловской области. Организация с каждым годом, я хочу отметить, становится все лучше и лучше. Нас принимают очень замечательно. Детям очень нравится участвовать. И всегда с удовольствием они участвуют во всех олимпиадах. И очень рады, что проходят на региональный тур. Задания олимпиады включали в себя тестовые задания, ответы на вопросы по тексту, решение кроссворда и другие задания. Было достаточно много вопросов. Были сложные, были легкие. Самое сложное – это было про русскую миссию в Палестине. Я не знаю, как умудрялись делать. Ну, быстро, за час успевали некоторые делать. Некоторые делали по 2 часа. Но общее время, чтобы всего давали 3 часа. Вопросы были в основном, ну, такие средние. Вот у меня больше всего затруднение вызвало кроссворд. Я его не полностью смог решить. Мне олимпиада понравилась, она была средненькая. И мне труднее всего кроссворд было сделать. Я ответ знал, но лишние буквы подставлял, у меня не получалось чуть-чуть. Работы были проверены в тот же день. С результатами можно было ознакомиться на сайте олимпиады. А все участники получили дипломы.